Казань. Казань 665. Амирхан 12Б, это ножевой угроз. Якобы муж ударил. Принято. Давай, аккуратненько, поторопись. Еще раз не принял. Сколько вам лет? 69. А? 69. За что? А? За что ударили ты жену? Она сама упала. Сама упала? На да. Нож? Да. Там фрукты она делала. А? Фрукты обрываются и овощи. Вы ее не резали, да? Нет. Нет, вообще никак, не причастны? Ну, там может быть. Женщина спустить, скоро все. Какой-то? Седьмой. А, как зовут? А? Как вас зовут? Ренат. А? Ренат. Ренат? Да. Ладно, давайте. Знакомьтесь, это Альбина Кремкова, руководитель отдела комиссии в автосети. Альбина хочет пригласить сотрудников к себе в отдел, точнее сотрудниц, милых молодых девочек, которые хотят работать в нашей команде. Мы, в свою очередь, обучим вас и гарантируем высокую заработную плату. Ну, относительно высокую. В среднем сотрудник отдела комиссии в автосети зарабатывает от 60 до 80 тысяч рублей ежемесячно, причем стабильно, круглый год. Если вас устраивает такая заработная плата, добро пожаловать в нашу команду. Добрый вечер. ГАИ «Город», национальная полиция. Вы почему дорогу переходите на положенное место? Мне тяжело подниматься. Лодыжка там через верх идти. Болеете, что ли? Ну, да. Чем болеете? Не знаю. Документ с собой есть? Нет, не взял. Водительское получали? Водительское? Да, проверим вас по базе. Потом отпишем. Документов нет, водительского удостоверения не получали. Нет, оно просрочено. А, вообще получали? Ну, а сколько полных лет? 51. 51? 13, ну, отдышка, да, у вас? Ну, да. А вы где живете? Тут? Вот там? Вот здесь. Проспект Универсиады. Я обычно верхом пользовался, но сейчас вообще тяжко стало. Еще так сделали, весим такую хорошую. Вот это? Да. А это что, плохая, что ли, вот это? Ну, тут сразу раз спустился и все. И дорога неправильно перестал, да? Да. Лесенку провоцируют. Забор надо поставить, правильно? Тоже провоцируют, не поставили. Я бы, никто бы не пошел. Вот у нас в России так. Пока забор не поставить, так и будут ходить. На восстание вот поставили же. Ага. И все, проблем же нет. Подойдите, распишитесь. Ага, где? Ага, спасибо. Всего вам хорошего. Вам удачи. Все доброго. Чтобы спокойно было. До свидания. Спасибо. Что нарушает тебя? Второй пункт скоростной планировки. Никто ремень не поставил. Да, я знаю. Есть так, хочешь. Водительское есть? Есть, если стоит. Сделайте, как будто есть нормальный стоит. Что, справа будет небольшой, у него есть документ на пассажире? Пассажир? Да. Есть? Рафа, есть сейчас документы? Здравствуйте. Ремень не работает или почему не пристегивается? Он за ключ. Не рабочий, да? Нет, работает. О? А, вот же. Документы есть? Нет, только барсетки есть. Давайте проверим, выйти с машины. Сперва этот, посмотри. Присядь. Водитель и пассажир данной автомашины двигались, не пристегнувшись ремнями безопасности. Ремень как у пассажира, так и водителя исправно стояли, поленились пристегнуться. Сейчас за посадку не делают вообще? За посадку? Нормально что? Нет, вообще спрашиваю. Ну, могут, конечно. Да? Ну, там же когда... Что делать? Пружины пилите, да? Еще что? Не, ну... В основном же как? Пружину срежут. Изменения. Всю ходовую систему убьют. Рулевая неисправна, ходовая неисправна и катаются. У кого-то глушитель отвалится на ходу. Знаешь, так? Ну, да уж. Все. Так уж не ездит.
объясню вам вкратце. Водитель автомобиля Mitsubishi, находясь в состоянии опьянения, сел за руль и совершил дорожно-транспортное происшествие. Вас как-то вот кататься захотели, что ли? Привычка. Привычка? А водички получали? Да, поэтому. Поэтому в режиме. Я первый раз вижу, блин. Здравствуйте. Давай, алло. Да. Сами не пострадали, нормально все? Да, просто ебало раскидали, так понятно. Ладно, ладно. А вам сколько полных лет? 39. 39? Конечно. Сколько продули-то? Да, нормально. Депресняк. Депресняк? Да. Больше не будете так ездить? Вы сами работаете, нет? Вот у них. А, у собственников автомобиль, да? Ладно. Я не позволяю, подожди. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Егор, лейтенант Каримов. Что у вас произошло? Я приехал, стоял, он потом приехал, высадил. И пошел налево, назад, его поцарапал. Почему здесь стояли? Друга высадил. А здесь они очередями стояли, я хотел выйти. А вот он приехал, стоял. Потом задал меня. Пока документы готовы, скажу, пошел. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Егор, Александр Каримов. Кто водитель? Я. А, документы готовы. Живы-здоровы? Живы-здоровы, все нормально? Да, люди нормальные, двери открыли, люди сели. Впереди здесь автобус стоял. Ага. А как залез, я уже не знаю. Двери закрыл. Что-то затормозил машина. Смотрю, вроде близко, а это выскочил. Хвост занесло. Ладно, да. Документы давайте. Не. Поворот. На поворот же она хвост. Двигается туда-сюда. Ну да, конечно. Давно, наверное, шла с ним работать, да? С 84 года. Все понял. Это объяснение, это одно вам. Держите. Одно вам. Пока заполняйте, потом подойдете. Здесь дату пишете? Здесь. Да, фамилия, мечта полностью. 10. За 42 года перед ДТП. Все, всего доброго, аккуратнее на дороге, ладно? Здравствуйте. Приношу на основании 60 КРФ. Старший центр Кубифлен будет производить досмотр. Сержант Андреев. Подойдите, пожалуйста. Вот молодой человек, фамилия Мощный, зависит, пожалуйста. Разъяснение статьи 51 Конституции Российской Федерации, никто не обязан съесть общественного органа, без пункта. Произведен личный досмотр данного молодого человека на предмет обнаружения запрещенных вещей, веществ, боеприпасов, оружия, взрывных устройств. При себе что-нибудь такое имеется, нет? Оружие, боеприпасы, психотические вещества и тому подобное. Боеприпасы нет. Так, денежные средства. Деньги. Так, пояснить что-то можете по изъятому у вас в правом кармане куртки? Откуда, что, как, пакет? Нашел. Еще раз? Нашел. Где? В лицу. В каком? Сам. А зачем вы его подобрали? С какой целью? А? Купил. Что? Нет, купил, говорю. С какой целью подобрать? Для себя, для распространения. Для себя. Просто, чтобы не валялось, может быть. Еще есть что-то запрещенное? Нет. Подштанники есть, да? Угу. Карман есть внутри подштанников? Смотрел. Нет, да, ничего. Не поворачивай, стой просто. Ничего. Это маски обратно засовывай, ладно? Просто, чтобы не потерялось у него. Просто. Вы тоже вот наблюдайте, то, что изъяли, завязываем. Да. Пакетик. Обязываем лицо на YouTube, напечатываем печать номер. Соответственно, вам поставим кодексом. Конечно. Поеды и пройдемте, пожалуйста. Замерзли все? Конечно. Привлекали, соответственно, уголовно. А где понятые? Видишь, что они? Да. Понятые, подойдите, пожалуйста. Вас голова не мерзнет? А? Голова не мерзнет? Дал бы свою шапку, но нельзя. Документы
дали вам, нет? Да, да, дали. Все? Спасибо за содействие. Всего доброго. До свидания. На связи, если что, вам могут позвонить. Хорошо. До свидания. Все, до свидания. Садим, с ним. Поздно. Если можно было вернуть... Быть того не виноват. А если бы можно было вернуть время назад, что вы делали? Дома бы сидел. Дома бы сидел. Здравствуйте. Плохо стало, я остановился. Вам плохо стало? Да. А что случилось? Да у меня чуть, я не знаю, я прививку сделал. Да, когда? Неделю там взял, да? А где сертификат есть? А? Где сертификат ваш? Я могу это сказать, госуслуги. Боитесь, покажите лучше. А? Боитесь, построение лучше, покажите. И госуслуги могу показать неделю недавно, то, что я 30-го сделал. А плохо сейчас только стало, да? Да, я подъехал, вернусь, сейчас посижу, потому что я с утра как выехал, еще даже не отъезжал. У вас гражданство какое? Россия. Россия? Да. А пробки не имеете? У вас двойное гражданство? Да. Перевод есть? Перевод есть. А где? Давайте, дайте, покажите. Ага, страховка есть. А куда едете? Ямашево 69. Страховка закончилась у вас? 9 месяц, сентябрь. Сейчас у нас ноябрь, 11 месяц уже. А, это месяц впереди написано, да? Зачем? Оба 9 же. Оба 9. Ладно, пойдемте, проверим страховку, небольшой материал составим. Паспорт возьмите с собой, сэр. А вы до этого материал вставляли? Нет. Вообще ни разу? Нет. Никогда? Да. Слава богу, а России, никогда. А в России какого времени? 4 года. Вы нашли полис? А? Полис не нашли, полис. То, что вам показал я. Все, другого. Забыли, что ли? Да я, честно говоря, с этой вакцинацией, в эти QR-коды, голова закружила, думаю, куда идти, что делать. Вот, воздухом подышите, легче. Извините, вопрос. Вы долго будете оформлять эту машину? А что такое? Мне просто быстрее бы. Было бы хорошо. А что? А? Почему? Они просто торопятся, домой нужны. Я их ключи отдал им, чтобы они ко мне домой заехали. А он мне говорит, мне плохо стало. А? Что вы едете? Молодой человек, да. А вы здесь работаете, что ли? Да. По чесноку? Да. Ага. Можете приходить, кушать? Не, спасибо. Не мокните, идите, заболейте. А? Не мокните, говорю, заболейте. А, нормально. Расписаться надо будет, можете присесть сейчас на мокрый просто. Да, не, я там поставлю. А все, расписаться только, поедете? Подпишу ложек, вам плохо. Документы машины, водительское стоит. Всего доброго. Всего доброго. Давай вам удачи, смотрите. Спасибо. На что только водители не готовы, и как только не готовы обманывать, чтобы их не привлекали, да, к ответственности административной. Изначально водитель сказал, что ему стало плохо, после чего вышел его знакомый либо родственник, выяснил, что он задержался, работает в кафе, должен был вынести им ключи, поэтому они остановились. А водитель поясняет, что ему якобы плохо стало. Здравствуйте. Здравствуйте. Что случилось у вас? Что машина есть? Пассажир сейчас надо писать. Взял. 26-й дом. Вот это Савин, что ли? Наверное. Водитель сейчас... есть? Документ на трассу. За вами приехали? Да, да, да. Ну, блин, с ребенком подождем. Тут где-то. Я пришел там, где можно. Ладно, давай, езжайте. Все нормально, закрепите кресло. Также с нами сегодня на смену заступил третий сотрудник. Это наш стажер. Сейчас я хочу узнать у него, почему он устроился в ГАИ, но почему ты именно ГАИ решил выбрать, а не другие. Потому что в ГАИ это стабильный заработок, полный соцпакет. Да и вообще не было сотрудников в ГАИ. Конкретно ДПС. На улице города творился бы хаос. Те, кто желает устроиться в ГАИ, можете оставлять комментарии, я вам подскажу, что нужно сделать, куда обратиться, чтобы стать одним из нас и обеспечивать безопасность дорожного движения как в городе Казани, так и в Республике Татарстан.